мужчина меня слушает больше, делает так, как, ну, намекаю, подсказываю я, ну, конечно же, и в первую очередь слово «мужчина», оно главное, но все-таки направляет женщина. Одинаково. Муж главный по своим мужским обязанностям, жена по женским. Да во всяком. Бывает во и всем. Муж главный, бывает и жена главная. От обстоятельств, наверное, зависит. Да. На этот вопрос тяжело дать ответ. Вообще, я за равноправие. Что и муж, и жена. В этом плане я считаю, что у обоих должны быть равноправные полномочия, вот, чтобы не было этого разделения. Кто главный, кто не главный. Семья – это, ну, оба два человека. Значит, они оба два и главные. Я думаю, что должно быть равноправие. Наверное, жена. Муж делает много чего, но все равно так или иначе задает все жена. По-разному. Современные тенденции, положения, не обязательно, что это муж или жена. Это может быть и муж, и жена, может быть даже сын престарелых мужа и жены.